Всем привет, друзья! Меня зовут Арсений, и сегодня мы на канале АМС. И сегодня мы играем в игру под названием Standoff 2. И я сегодня не один, с вами Тимур. Вот. И сегодня у нас опять видим вот это вот, то, что Тимур играет за моим телефоном. Я наконец-то научился играть в игру. Командный бой, там очки. Ну да, что-то мне не нравится вообще. Мне без разницы, но это не очень. Ну. Это, Тимур, ты помнишь то, что надо говорить прям четко в микрофон и близко, потому что в тех видео нам вообще не было слышно, а звук потом все перебивал, помнишь? Угу. Так, что ты не нажимаешься? Не включаешься. Не начинаешь, точнее, да? Да. Сегодня мы второй ролик снимем. Это про СПТС Классик. Роблокса. Что? Нет. Так. Давай спецназу вставляй сейчас. Ой, спецназ. Ой, блин, в террористы. Купи пистолет. Купи. Ты можешь купить свой любимый, который тебе нравится. Надо. Вот это самый легкий с него. Проще убивать. А ты знал то, что вот ты сзади сейчас посмотри на платформу. Ты знаешь, что с тебя можно лечь? Сейчас тебя. Вот смотри. Это если что, я сейчас. А, можешь услышать? Ты чё? Это самая плохая винтовка. Купи лучше свое оружие. А зачем его покупать? Ну это она что, любимая? Зачем ее покупать? Она же уже куплена. Блять. Сейчас пистолеты вынесли, лето, ну. Прыгни вот на эту можешь прыгнуть. И вот там вот и лазить можешь. Убил в голову. Нет, ты чё? На, подожди, на телефон. Бум-бум-бум. Че, убили? Сейчас, ребят. Ребята, смотрите. Скажите, ты вчера нас не победить. И я к ним на базу. Ну, да, тебе нам не победить, хотя счет 13-8 в их пользу. В их пользу. По математике. Убил. Стреляют. Я не знаю. Ну я узнал. Я. Но они все равно не умеют. На войне умеют. Нормально, я в него стреляю дальше. Я своего убил. Нет. Ну еще это сколько планируешь карты? Блядь. 20 миллиардов. Ты что? Да конечно. Что, фига? Что, фига? Это нормально. Все с калаша выйдет. Короче, нравилось, дорога, нравилось. Ассасин плюс Диди Донал. Как бы мне. Че,
крысе. Вот, дробаш этот нормальный. Дробаш? Это дробаш. То и тоже. Это давай на спину. Закрыть. Закрыть. Что, может, самый крутой здесь, да, наверное? А чего, я у них на базе спину? Нет, это они у меня. Долбал. Да сзади тебя, ну господи. Ну вот на карте меня посмотрел. Блин, у него тут все за снайперки убивают. Да, на карту посмотрел. Тебя убивают? Вижу. Тебя убивают? Нет. На одном и том же месте. Но ты не можешь повернуться и убить в ответ. Научился играть в тандем. Очень круто. Их стреляешь. Блин, ну... Поздравляю. Чё он так добрый? Да и ты тоже. Блин, если бы я играл, я бы как-то стащил. Я очень хорошо не могу. Хотя бы один. Это уже где-то 5. Он уже где-то 5-6 убил сделал. Ну, в итоге посмотрю. В итоге. Блин, ты себя убиваешь, стреляй. Да он тебя опять убил. Да надоели, что там трое стоят? Я сам попробую. На микрофон держи. На микрофон держи. Сейчас, ребята. Что, босой? Ау! У тебя 5 убийств. У него всего 5 убийств! Я вот этих убью. Ты что, совсем дурак, Зали? Чё? Ты че дергаешься? Я просто микрофон к нему впадет, второй держать, а он дернулся. Один на карте. О. Кстати, знаю, как здесь одному встать. Я туда пошел, по любимому местечку. И стрелять в одну сторону. Ну, ты стрелял вот. Короче, мне это оружие не нравится, на нем пуль мало. Я ее убил. Взял свои любимое, нелюбимое. Любимое, нелюбимое взял. А прикинь, что так туда залетел. И тебя убьют. Страшилка ночью. Страшилка ночью. Ребята, самая настоящая страшилка ночью. Все, возьмем винтовку. Когда сказали то. Мама рассказывает страшилку на... Ну... Мама рассказывает... А как оружие взять? Брат расскажет... Мама рассказывает страшилку ночью. Чего я не могу? Стой, стой! Мама рассказывает страшилку ночью. Пойдем.
потеряли, пацаны. А что, карта не видишь, ты слепой, что ли? Надо смотреть, кого попадает, кого попадает. За тебя принял, будет на карту не видно. А кто играет? Стандофф, это тебе не CSGO. Да почему у меня? Ну потому что оно это, не бесконечное же. Красим стенку. Красим стенку. Блин, что это? Нас не слышно, это из-за этого, из-за того, что мы на все добавили. Ой. Зачем? Чтоб нас было слышнее. Я вчера, кстати, это... Я убил одного человека. Я вчера посмотрел наше видео. Так, может, не было. Помнишь, когда мы заржали? Согласись, что-то не смогла. Это колбасы охота. Да. Какой? О, смотрите, какой у меня на него скинчик. Попробуй прострелять, просто держи. Просто держи. Дострелялся. Додержался. А, ну да. Доснайпернулся. Человек полет. Это не снайперка тупая, это ты косой. Вот это вот тоже, наверное. Нет. Но! Почему он далеко не смотрит, а? А, далеко смотрит. Пацан, походу, решил... А, я на улице? Пацан, походу, решился напиться. И упал на землю. Он взял своего брата, ребят. Он взял петуха. Ты вышла. Потому что я базу. На твоей базе. На твоей базе. Вот здесь. Челов убивает. Снимаем стрим, как дышит. Почему? Додышалась. Ну, вы проиграете, продолжим. Еще есть ролл. Блин, не хочу. У тебя 9, перезарядись. А ты мог просто нажать перезарядить? Нет. Логичный человек. Да говори ты уже что-нибудь, она идет. Сейчас. Что ты хочешь делать? 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 Что ты х